Всем привет! Сегодня буду готовить имбирно-медовые кексы. Они невероятно вкусные, ароматные. Кто любит такую выпечку? Оставайтесь со мной. Для начала приготовлю мармелад. Одну чайную ложку агар-агара соединяю с холодной водой. Даю набухнуть, на это уйдет минут 15. Соединяю смесь с любимым вареньем однородной консистенции, довожу до кипения, разливаю по формочкам, охлаждаю, отправляю в холод до полного загустения. Далее готовлю тесто. В одной миске соединяю все сухие ингредиенты, в другой соединяю все жидкие ингредиенты, кроме яблочного уксуса. Из натертого имбиря выдавливаю сок, все хорошо перемешиваю, далее соединяю обе смеси. Когда две смеси объединились, добавляю яблочный уксус. Вот такое красивое и ароматное тесто у меня получилось. Тем временем мой мармелад в холодильнике застыл. Достаю его из формочек. Перекладываю в тарелочку, посыпанную сахаром. И вот одно лакомство у меня уже полностью готово. Перед подачей на стол его можно посыпать кокосовой стружкой. Освободившиеся формочки я заполняю тестом, которое переклала в кондитерский мешок. Добавляю кусочки мармелада. И отправляю выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку минут на 20-25. Кексики я украсила растопленным шоколадом. Приготовьте, не пожалеете, это правда очень-очень вкусно.